Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Как я вам и обещал, сегодня будем играть за зомби. Но это не говорит о том, что все будет нам легко и просто. Так, разыграйте три зомби, которые стоят не менее 4 мозгов. Окей, выиграйте игру безумным зомби-героем. Так, у нас с вами грибное безумие, и мы опять с вами против ночной шляпы будем драться. Точнее, ночной колпак. Ну, шляпа, колпак, какая разница. Ну что же, давай посмотрим. Ну, в принципе, как бы рука неплохая, но я все-таки попробую. Во, так будет лучше. Так, больше дешевле. Во время этой миссии все карты стоят на 1 единицу дешевле в конце хода. Твою же маковку. Ну, выставляем с тобой охотника. А он ничего не стал делать, да? Окей. Так, мне знаешь, чего не хватает? Мне не хватает какого-нибудь добора. Давай попробуем вот так вот. Ух, слушай-ка. Может быть, я зря это сделал все? Тихо, 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 он его улучшил. Это не есть хорошо. Это не есть хорошо. Так, получает он в лицо. Сейчас у него защита сработает, естественно. У него карт слишком много в руке. У нас есть вот такая вот девчуля. Но здесь нет орехов. Ладно, я, наверное, пропущу ход. Так, он размещает 2 шампиньона. Так, 3 в лицо-то мы с тобой в любом случае получим. О-хо-хо-хо-хо, что он делает, а? А вот это не есть хорошо. Мы с тобой 5 в лицо получим. Так. И 2 в лицо мы отправляем ему. Так, что у нас тут выпало? Слушай, ну я прикроюсь, наверное, хотя он может уничтожить. Проверим сейчас. Твою ж налево, я забыл про этот мухомор. Слушай, давай, наверное, мы с тобой уничтожим его. Вот так вот сделаем и... Вот таким вот образом, поехали. С картами у нас вообще проблема. Огромная причем проблема. У него 10 хп осталось. Так, слушай-ка, ну давай, давай, посмотрим, кого ты нам выдашь. Слушай, ну я могу, знаешь, что сделать? Вот так вот, спародировать. Амфибия 2-5. Ну-ка. Что он там? Наносит 5 единиц урона. Вот жулик, а. Еще 3 урона. И все, да? У него 3 карты. У него 8 хп. Слушай, у нас есть охотник. Давай поставим его сюда. Он будет охотиться за любой картой, которую он поставит. И он поставит сейчас кого-нибудь. Ох, ё-моё. Слушай, хотя 1 хп. Мы его сейчас разберем. Окей. У него срабатывает защита. И что он там нашел? Наверное, как всегда, свой гриб, который атакует, да? Опа-на. Нам выпала конфета. Так, он задумался. Рикошет. Ё-парсете. И кого же он уберет? Значит, вот так он сделал, да? Опа. Фига ты, Шурик, даешь. У нас безумие выпало. Оу, солидно. Так, давай мы этого сюда поставим с тобой. Вообще крутяк. Сюда поставим, наверное, охотника. Сюда. Вот так вот сделаем.
Давай проверим, что он будет сейчас делать. А вот это плохо. Его мы уничтожим в первую очередь. Он потом нанесет атаку 100% сюда. Значит, мы можем с тобой что сделать? Усилить. Усилить нашего вот этого зомби. Вот так вот будет поэффективнее. Плюс ко всему прочему я сделаю безумие. Хиляться пока не стоит. Погнали. Так. Оу, друзья, да еще лучше даже, чем я ожидал. Смотри, все. Ночной колпак свое отыграл. И мы выиграли. Так, 50 билетиков. Кстати, я один чеснок уже получил за 1200, накопил. Так, разыграйте два растения, это понятно. А разве мы не должны были гемы получить за безумие? Че, опять что ли с ним? Нет, сейчас кто-то другой должен быть. Ой, бабах. С бабахом придется постараться. Так, что у нас вот? Вот этот мы с тобой оставим. Наверняка он будет орехи выставлять. А вот карамельку. Карамельку тоже оставим. Да это я понял. Ну что, пропускаем. У нас нету первого хода. У него, кстати, тоже ничего не было. Как ни странно. Что он будет делать? Да ладно, ничего не стал делать. Хорошо, давай выставим с тобой вот так вот. Думает, думает, да? Ну давай, давай, думай. Опачки. Выставил арахис. Смотри, что творит, а? Смотри, что творит. Опа, и все, ребят. И нету больше тут арахиса, потому что он тоже орех. А у нас эта девчуля уничтожает любые орехи. Потому что она, вон, видишь, с белками. Челюсть пригодится. Челюсть это пригодится. Пропускаем ход. Кого он там сейчас выставит? Наверняка бомбу свою выставит. Нет? Он вызвал... орех. Так, тихо, 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 не надо. Да ты совсем, что ли? Ну, что натворил тут, а? Так, вот этого надо уничтожить. А, мы знаешь, что с тобой сделаем? Вот так вот. Блин, этого не уничтожил. Хотя у нас есть челюсть. Ой, ребятушки, я не завидую ему, если честно. Плюс один, плюс один. Плюс один, три, точнее даже. Давай, сделаем. Поехали. На тебе. Бабах. О, вот это пригодится карта. Так, пока ничего выставлять не хочу. Так, она наносит 4 единицы урона. Уже ничего не наносит. Поехали. Так, 12 хп остается у бабаха. Охотник выпал нам. Выставляем. Поехали. Да ты запарил своим этим. Хотя он ничего даже сделать не может. Да, единственное, что он прикроется. Выжидает, выжидает наверняка хорошенькую себе карту. Я больше чем уверен. Слушай, давай этого, наверное, вызовем. Нет, не будем. Пригодится, он все-таки делает один. Опа-на. Слушай, парень, ты все карты свои разбазарил. Ну-ка, давай ему 5 в лицо. А, у него сейчас защита. Вот сейчас бомбочку выкинет. Что-то он ничего не стал делать. Хм. Опа-на, опа-на. А ну-ка. Давай орех выстави, пожалуйста, какой-нибудь орешек. Нет, он вызвал амфибию. Так. Все растения получают плюс один, плюс один. Ты думаешь, тебе это с рук сойдет, парень? Ну, ему сойдет с рук, если честно. Так. И остается у него всего 2 единички жизни. 2 единички.
Опа-на. Давай сюда поставим. Он безумие у нас имеет. И вот так вот уберем этого шитика отсюда. Все, ребята, ему крышка, по идее. Все-таки поставил бомбочку, да? Ладно. Но это все равно не спасет его. Сейчас блок сработает, наверное, да? 3 единицы зомби. Ну, ребят, у нас тут 5 урона, а у него всего 2 хп. Все, крышка ему. Не знаю, как ни крути, но мне кажется, что за зомби все-таки попроще играть. Так, поехали дальше. У нас опять будет ночной колпак. Ночной колпак. Но. Так, ну в принципе, вот это можно поменять. Поехали. Да это понятно, что вы мне каждый раз эти условия показываете. Мне некого поставить. А тебе? Понятно. Ты думаешь, тебе это прос... А, у нас тут только же, блин, 3 в лицо получаем. Вот так вот, друзья мои, 3 в лицо получили мы с вами. У нас есть медик. Слушай, стоит ли нам так делать? Стоит. Я не знаю, кто у него там и что, но мы вот так с тобой сделаем. Попробует уничтожить, да? Опачки. И рикошет еще делает. Блин. Так, ну что, давай вот этого уничтожим. Грибок мы с тобой однозначно подобьем. Мы можем еще усилить, но пока не будем. Окей. Так, у него 3 карты. У нас пока преимущество. Ого. Блин, я все путаю, не тот этот, ребят. Давай вот так вот сделаем. Посмотрим, что он будет тут сейчас химичить. Гаргантюа стоит, да? На 2 дешевле, если бы у меня были бы эти гаргантюа. Смотри, что делает, а? С паровика этого выставил. Опа, это что такое? Что? Слушай, это плохо. 2-2. Давай, тогда сделаем так. Блин, вот это плохо, ребята. Так, получил. Слушай, могу прикрыться медиком. Могу прикрыться медиком, да? Давай вот так вот сделаем. А что он сейчас тут замутит, я не знаю, ребят. Так нам светит 3 в лицо. Вот в данной комбинации 3 в лицо. Но он думает. Так, этого уничтожим, ничего страшного. Думает, тратит ли последнюю карту или нет, да? Твою же маковку, а. Опа-на. Так, друзья мои, если мы с вами это сделаем, мы уничтожим только одного, да? Поехали. Да, нам тут с тобой прилетит сейчас не кисло. Вот как дальше-то быть, а? Опачки. Так, ну, во-первых, надо поставить медика. Окей, и вот этого. Ну, да что ж ты будешь делать? Антигероя выставил. Ну ладно, получим 6 в лицо сейчас. Так, у него еще... Он уничтожает. А, ну ты посмотри на него. Все, ему в руку. Ох, ёпрстая, еще. Так, погоди, что нам выпало? Безумие. Пока это ни к чему. Да ладно, не может быть, чтобы он меня тут победил. Карамелька, нафига мне эта карамелька? Объясни, пожалуйста. За каждое растение. Ну ладно, мы с этим, предположим, разберемся с тобой, да?
Давай попробуем вот так вот. Кого? Это не лучший вариант. То есть мы с тобой сейчас получим 9 в лицо. Представляешь, да? Так, секунду. Пошел отсюда. А мне в любом случае, ребята, здесь не выиграть. Знаешь почему? У меня нет двух карт. О, призрак. Призрак нам выпал. Ё-моё, как вовремя. Молодец, спасибо тебе большое. Так опять же, что у него там за карта лежит? Я же не знаю. Все. Это труба. Друзья мои, это труба. По ходу дела. Сейчас выстрелит. Да. Две атаки этот мухомор делает. Ты прикинь, у нас все были козыри на руках. И мы, к сожалению, сфейлились. Ну что, будем переигрывать? Естественно, ребят, переигрывать. Немножко. Вот если бы он этих орехов не выставил, или как их там звать, я не знаю, шишки какие-то выпали, была бы победа за нами. Так, теперь мы сделаем немножечко по-другому. Вот таким вот образом. Ну что? Да понятно, понятно ваши условия. Как всегда, у него, наверное, антигерой, да, этот есть? Ну, естественно, ёпрсты. У него же есть антигерой, который наносит 2 единицы урона. Автоматом получаем 3 в лицо. Как он меня раздражает, не могу прям. Так, я могу сделать себе вот так вот, позволить. И карту вытянем. Опачки, а вот это классно. Он сейчас выставит кого-нибудь сюда, наверное, да? Со способностью команда, конечно же. Опачки. Слушай, ты не оборзел ли, а? Так, мы с тобой, наверное, вот этого уберем отсюда. Или же нет? Или же да? Да, придется убрать его. Там 4 в лицо, там очень большой урон мы с тобой будем получать. Так, ну я знаю, кого тут выставить нам в следующий раз с тобой. Тут, в принципе, энергии нам хватит с этим разобраться. Курица выпала. Так, ну, во-первых, нам надо свой вот этого поставить сюда. Это раз. Теперь вот этого. И вот так вот. Ребят, будем надеяться, у него нет такого гриба больше. Кламене. Офигеть. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой вот этого уберем. А, мы не уберем, мы ему понизим, да? Хотя нет. Уничтожили. Так, тут замен. Тут уничтожаем и 2 в лицо ему даем. У нас всего 11 хп, к сожалению. У него 2 карты, у меня 1. Но у меня здесь на... Ну вот зачем мне вот это вот долбанная карамель? Вот скажи, пожалуйста, а? Вызвал гриб. А я, знаешь, что сделаю? Все зомби. Мы вот так, наверное, с тобой сделаем. 1-3. Поехали. Мы получаем 2, у нас защита. Так, безумие. Сохраним. Что-то у меня здесь очень много всяких этих бафов осталось. Нет, 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 не пробьешь, парень. Не пробьешь. Опа, вот это плохо. Вот это плохо. Мы можем с тобой вот так вот сделать. Нормуль? Я думаю, что нормуль. Поехали. Кого-то уничтожат. Одного из зомби нам не видать. Хотя, погоди-ка. 7 у нас с тобой, да, остается? Опачки. Давай сюда поставим. Ты что, издеваешься, что ли? Ты специально так сделал? Блин. Сейчас тут будет погром, друзья мои. Всех уничтожил, да, мне? Дайте мне нормальную карту. Далее зомби. У нас с тобой еще один щит есть. Смотри, что творит, а.
рикошет делает. Он сделал рикошет. Так, срабатывает у нас последний с собой щит. Совсем не катит мне эта карта. А ну-ка. Посмотрим, что он будет делать. Ну смотри, что он творит, а. Превращает их в эти вот орехи. Это же шишка, по-моему. Так, я могу сделать вот так. И... так, переместить растение и вытяните карту. Давай переместим его сюда, предположим. Мне нужна карта, понимаешь? Давай сюда вот, наверное, безумие повесим с тобой. Поехали. Три в лицо. Грустно. Так, ну что, нам выпадет что-нибудь хорошее? Пожалуйста. Охотник. Давай так сделаем, наверное. И вот так. Я все карты выложил, ребят, на стол. Он справик. Ну, охотник поймает. Должен пойти сюда. И это будет плохо. Потому что нас уничтожат сейчас. Все, ребят, сфейлился я. Я сделал большую ошибку. Ну, ты понял, какую, да? Я охотника поставил, зная то, что он перейдет. Но я не думал, что у него есть карта. Это второй мой проигрыш. Этой шляпе ночной. Блин, надо было кого-нибудь другого взять. Ладно, фиг с ним. Давай еще последнюю битву с тобой сделаем. Разгромом. Вот нафига мне столько карамели вы даете, а? Вот эта вот карта, мне кажется, вообще здесь бесполезна, потому что у меня в колоде Гаргантюа нету. Сейчас он, естественно, будет что выставлять? Оу. Шампиньон выставил. Зачем? Я уже, кажется, знаю зачем. Чтобы их пробафать, да? Вызовить сейчас этот красный гриб свой. Я не стану 2-2. Он к этому намекает. Он именно к этому намекает, ребята. Ну, тогда нам придется сделать вот так вот. Смотрим. Ну вот, я тебе говорил, что 2-2. Мы тогда сделаем с тобой вот так вот. Похитрее будем. Безумие, не хочу пока вешать. Поехали. Так. Атака. И 2 в лицо. 16 хп. Челюсть. Нам выпала челюсть. Так, а если я вот сюда поставлю и пропущу ход? Не забывай, у него там стопудово фруктовый микс в руке. Даже антигерой есть. Опачки, всех превратил в шишки. Бесявая карта, согласись. Так, этого уничтожим мы, да? А вот здесь вот мы тоже с тобой уничтожим вот этого хорька. Так, и 3 в лицо нам прилетит, как ни крути. Какая-то карта легендарная, наверное. У меня не особо большой, конечно, выбор здесь. Поехали. Так, и вот так. Ну что он там замутит сейчас? Опять свои шампиньоны будет выкидывать? Вообще с картами беда. Нет, он взял и вызвал команду. Сейчас давай еще вот этот вызови. Так и есть, ребята, он вызывает эти орехи. Ну так дело не годится. Короче, меняем с тобой колоду. Меняем с тобой колоду на крупные карты. Ну, ты сам видишь, что он тут делает. Что он тут вытворяет. Лютует по-жесткому. Еще и не по-честному, если брать конкретно. Так, у нас есть медик. У нас есть медик с тобой. Ну, если я, предположим, вот так вот сделаю. Поехали. У него 3 карты. Ну, вы издеваетесь сейчас. Еще все растения получили. Трындец. Трындец. Получается, у нас с тобой
5. 13 урона. Блин, в тот раз был такой шанс его бомбануть, а. И прозевал я, к сожалению, вспышечку тату. Так, у него последняя карта. Если я сделаю вот так, предположим, да? И вот так. Безумия нет смысла ставить. Так, он никого не может поставить. И, видимо, заклинаний у него здесь нет. У него чисто карты, да, тут? Чисто какой-то боец. 8 в лицо сейчас нам. От души так прилетело. Не то, все не то. Не, ребята, все, приплыли. 3 боя, как ты видишь, все безрезультатные. Тут что бы я уже не делал, у меня не получится. Лечилка. Ну что мне лечилка даст? Слушай, а мне кажется, знаешь, почему, ребята, у меня такие карты? Потому что я колоду-то не менял с последнего боя. А у меня последний бой был против кого-то там, я уже не помню. И я брал себе простенькие картишки. Вот в чем проблема. Сейчас мы заменим колоду с тобой, и все у нас пойдет. Тут, естественно, я проиграл. 3-е поражение. Ну и что я тут могу? Да хоть кого-то тут убирай, все равно мне крышка. 5 урона сейчас в лицо прилетит. А, даже мухомор добил. Ну все, шляпа. Сейчас рей психанет. Иди сюда, разгром. Покажи, пожалуйста, свою колоду. Что у тебя там в руке? Ну да, 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 видишь, у меня тут вообще всякая ерунда стоит. Вот этого надо удалить, одну карту. Вот этого тоже. Этих аж 3. Это против ореха я воевал, точно я вспомнил, ребята. Поэтому у меня такие карты. Ну вот, смотри, видишь. А я думаю, что у меня таких больших-то нету. Вот теперь будет все совсем по-другому. Смотри. Возьмем вот этого, добавим. Гаргантюа. Вот этого возьмем. Так, еще 5 карт могу взять. Возьму медика, наверное, одного. Вот этого. Так, доборчик, чтобы был. Спортсмены, спортсмены. Так, телепорт добавим. Так, сколько? Еще одну карту могу взять, да? Так, у нас с тобой с добором, по-моему, все очень плохо. Этого я уберу. Одного. Медиков-то что так много нахапал я себе. И вот этот рояль, я думаю, тоже нам здесь уже не понадобится. Поехали. Добавляем. Добавляем. 2 карты осталось. Фараона тоже добавим. И вот этого рыцаря. Можно было бы, конечно, вот этого еще добавить. Или даже вот этого. Кстати, у нас вот этих карт очень много. Их можно немножко распылить. Они хоть распыляются у нас? Давай. Сколько я там? Так, 3 осталось, да? Все, двое нам будет за глаза. Так, фараонов тоже, мне кажется, у нас много. Можно одного распылить. Вот так вот. Так, вот этого, наверное, мы еще с тобой возьмем. Ага, надо кого-то убрать. Надо кого-то нам с тобой здесь убрать. Кстати, вот это вот тоже надо удалить, потому что оно нам не пригодится. Так, а вот это что у нас делает? О, зомби получает 3 плюс 3. Возьму. Так, а вот это вот теневая что делает? Все растения здесь получают минус 1, минус 1. Так, у нас конфет, по-моему, тут еще есть, или я их убрал уже? Конфет-то сколько? Не-не-не-не-не-не-не, не надо столько много. Я лучше возьму, знаешь, кого? Лучше вот этого вот с добором. Вот это, кстати, тоже неплохо будет. С флагом, кстати, можно взять. Блин, опять перебор у нас, да, по картам? Опять перебор по картам. Давай-ка, наверное, вот так вот сделаем. Все, ребят, попробуем вот такой вот колодой сыграть. Так,
Выбрать, выполнить миссию. Ну, если на этот раз не получится, то еще разок попробуем. Ой, поехали. Значит так. Вот этого мы заменим. Блин, не айс, ну фиг с ним. Да, это я понял. Выставляем с тобой охотника. Он сейчас будет вызывать своего героя, да, я так понимаю. Как по шаблону, ребят. Играет как по шаблону. Три в лицо. Как ни крути. Окей, давай вот так вот сделаем. Ну, что-то там сейчас. Будешь свои шишки вызывать, я так понимаю, наверное, да? Ну да, и вызовет шишку. Нет? Да хорош. Блин. А как мне сделать? Я не могу понять, почему у меня столько всяких бафов, ё-моё, откуда все это взялось? Блин, ну мне неохота получить 8 в лицо. 8 в лицо, блин, это же жесть. Так. Я даже не знаю, что делать. Да просто не знаю. Надо уничтожать грибы, потому что если он вызовет этот красный гриб, соответственно, он... Слушай, у меня вообще с картами беда. Сейчас, прикинь, нам с тобой прилетит урона. Мне, так сказать, не свезло. Не, ребят, ну тут какая-то ерунда. Я нафиг уберу все эти бафы. Я ставлю чисто карты. Но это никуда не годится, сам смотри. Они выпадают именно мне. Все. Получим сейчас в лицо по полной программе. Мне нечего поставить, ребят. Пускай добивает, короче. Так. Выдали мне. Спасибо большое. Амфибия, безумие. Нет. Нет, это все не то. При уничтожении получает это, как всегда. А что я тут защищаюсь? Скажи мне, пожалуйста. Если я тут все равно проиграл уже. Ну, вы, ребята, сами просили. Не вырезай, Рэй. Вот, не вырезай, ребята. Мучаюсь на ваших глазах, блин. Короче, убираем всякие тут конфетки, херетки, всю эту ерунду, которая мне тут просто мешает, выпадает на первых же этих моментах. Где она? Убираем эту конфетку, убираем вот эту вот неуязвимость, наверное, да? Уберем или не будем убирать? Нет, неуязвимость пускай... Вот, шаров у нас что-то чересчур много. Все, теперь давай будем добирать. Возьмем этого, возьмем вот вампиреныша этого возьмем. И последняя карта. Кого я хотел взять? Этого или этого? Уже не помню. Доборщика, что ли? Доборщиков у нас вроде бы и так хватает, да? Три карты аж целых добора. Давай вот так вот поставим. Все, ребят. Фух. Так, выбираем, выполняем. Убрал вроде бы все эти бафы с нас, чтобы выпадали чисто карты. Подожди-ка, а откуда вот это все берется? Это вот нам не нужно, не пригодится. Медик нам пока тоже не нужен. Вот, поехали вот таким вот макаром с тобой шуршать. Пропускаем ход. А он берет и размещает просто-напросто два шампиньона. И нам нужно с тобой один из них убрать, потому что он вызывать будет красный гриб. Это я больше чем уверен. Пропускаем ход. Сейчас кого-нибудь выставит, да? Он вызовет сюда своего этого плешивого антигероя. Плешивого антигероя. А ну-ка давай, выставим вот так вот. И уберем этот шампиньон отсюда.
Мне нужен добор, понимаешь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что он творит? Давай его вот сюда вот подставим. Пускай его... Хотя мы можем вообще его убрать. Поехали. Все-таки все равно вот атаку на дорожку сделано, а? Окей. Так, у нас есть вот такая карта. Ставим сюда ее. Ну-ка, посмотрим, что он там будет делать. Фруктовый микс будет? Нет, какой там фруктовый микс? Ага, ага. Слушай, у нас здесь получает растение 1-1. Раз такое дело пришлось, ребята, воспользоваться. Иди отсюда. Так, у нас остался вампиреныш. О-хо-хо-хо-хо, друзья мои. Что же мне прекрасное такое выпало, ты сам видишь. Я надеюсь, он не знает. Он знает, что у меня в руке вот эта карта, я очень уверен. Поэтому он начинает тут всякие. Все растения получают плюс 2 к атаке. Ты прикинь, что творит. Ё-моё. Сейчас еще атаку получим. Ну что же, парень. Сделаем с тобой вот так вот. Доборчик. Так, сколько он стоит? 5. Уже не хватает, к сожалению. Зомби-менеджер. Давай карту. Опа, а вот это уже хорошо. Блин, поганый мухомор, а. Вот точнее, там я не знаю, кто это, что это за гриб вообще. Так, все растения получают +1/+1. Еще лучше. Ты не образил ли, а? Так, нам этого нужно срочно, чудика. Как-то, я не знаю, забомбить его. Так, он стоит 4. 5 в лицо, да, пойдет нам. Попробуем. Поехали. Сейчас рикошет, нет? Рикошет, да, сейчас сюда или куда? Сюда. Так, ну мы неуязвимость получаем. 8 в лицо. О-о-о, тихо, подожди. Пока еще живем, ребят. Нету смысла ставить сюда. Оу, в атаку, да? Ага, вот он как сделал. Слушай, ну как мы тут с тобой с двумя хпшками-то будем выживать? Что-то я, честно говоря, пока тяжело это представляю. Ну, предположим, я сделаю так. Как быть-то нам тут, а? Вытягиваем карту. Предположим, вот так вот сделаем. Слушай, ну в принципе, можно было бы его запинать. Но, по-моему, не в этот раз. Сейчас уберет. Сейчас кого-нибудь, что-нибудь он... А, красный орех у него, да, этот? Рикошет. Твою же налево. Ну, попробуем вот так вот сделать. Выйдет из этого толк, как ты думаешь? Сейчас по мне, да, еще? Так, а урона мы не получаем с тобой. Ну и Йети у нас, извини меня, уничтожился. Смотри-ка, 5. Так, я не знаю, что у него там за карта в руке, друзья мои. Как вариант, остается только лишь... Вот так вот все это сделать. Что у него за карта там? Сюда поставит и... Слушай, нам везет. Нам, друзья мои, повезло в данный момент. Получи. Так, еще удар. И еще удар.
Блин, мне бы подхиляться. У меня отхила нету. Но зато есть вот такая штука. Я все боюсь, что он сейчас сюда кого-нибудь поставит. И все, ребята, это будет каранты нам. Всего 2 единицы урона нужно нанести ему. Че, никого не будет ставить? Есть! Фух, наконец-то, друзья мои. Покончено с этой шляпой, с колпаком с этим. Угу. Это какой у нас раунд-то был? Угу. Это был 3-й. Мы переходим с тобой на 4-й. Против зубостизилы. А, еще та говнюха тоже. Зубостизила это. Блин, откуда у меня курица? Я же вроде все убирал. Вы серьезно? Надавали, блин. Да иди ты со своими условиями, с этими. Он сразу вставляет бонг-чо, и вот и все. Который будет сейчас 3 в лицо мне сразу. Так, ну что мы тут с собой можем влепить? Нашего спортсмена. Вытянем карту заодно. Ну, зубостизила сейчас тут, конечно. Естественно, естественно, ну а чё бы и нет-то. Еще и вытягиваю 2 карты, нормуль. Так, мы можем с тобой. Да, давай сделаем. Хотя бы обменяемся, чтобы не было тут этого бонг-чоя. Так, погнали далее. Менеджер. Так, у меня всего лишь. Так, выставим сюда, наверное, таким вот образом, да? Возьмем менеджера. Карту-то давай. И вот этого. Ну-ка, посмотрим. Хочет уничтожить, да? Хочется, я знаю. Прочерк он взял. Так, тихо. Да успокойся ты. Так, сколько у нас? Фигня какая-то. Сейчас навтыкают нам здесь с тобой. Так. Безумие. Безумие пока прибережем. Это сейчас 2-2 будет. Это будет 2-2. Мы можем сюда поставить с тобой рыцаря. Прикрыться, так сказать. Смотри, что делает, а? 5-4 стал. 5-4 он стал. Давай повесим безумие. Чтобы пробить этого и в лицо еще звездануть хорошенько. Окей. На. Ну правильно, у него защита сработала. Ух. Так, нам нужно сюда кого-то влепить. Да блин, он такой жук тоже. Но если даже сделаю вот так вот. И вот так. У нас еще есть за 0 манны. Все зомби получают 1-1 на земле. Но на земле только 2 у нас. Опять грипп свой вызвал. Давай-ка мы сюда вот так вот сделаем. Погнали, друзья мои. И у нас с тобой что там? Хил выпал. Сразу применяем. Пошел отсюда. Так, ребята, 1 единица хп у него осталось. То есть мне кажется, что, наверное, мы выиграем здесь. Наверное. Посмотрим, сможет ли он заблокировать мне здесь. Здесь заблокировал. Водяного сможет, нет? Это все фигня. Нет, друзья мои, ничегошеньки у него не получилось. Мы даже с тобой вот так сделаем. Все, пока. Пока, зубостизила. Да ладно, серьезно что ли? С самым низким уровнем здоровья тебе это не спасет. У меня есть тут бравый парень, вот этот вот. На.
Разобрали. Ну и теперь переходим с вами на последний этап. Это будет босс. Босс у нас кто? Гриб. Как всегда. Ночной колпак. Вот он сейчас будет тут со своими условиями. 100%. Вытяните стартовую карту. Ну, естественно, не вот это вот все. Меняем, меняем, меняем. Да. Дали руку тоже мне. Ну, смотрим. Че, никаких условий не будет? Нет, он начал. Так, враги среди нас. А ночной колпак получает справика в начале хода. И это не к добру. И это не к добру. А у него стопудово будет какая-то грибная компания. Этого я смогу убрать? Смогу. Пошел отсюда. Так, пропускаем ход. В лицо один урон. Ну, что он там будет сейчас выставлять? Слушай, ну он не зря так делает. Он это все делает не зря, поверь мне. Слушай, он, знаешь, что сделает сейчас, друзья мои? Он поставит красный гриб, который увеличит их. Странно. Ать, не могу. Тогда вот сюда поставим. Ну что, два в лицо еще нам прилетит сейчас. Так, ну теперь наше время веселиться. Что он там влепит? Так должен же сейчас в минус. Ай, дурачина ты, простофиля. Так, вытягиваем карту. Ох, ё-моё. Слушай, ну это же хорошо. Так, получив... Что там, получение контейнера для завтрака в снежном человеке в конце хода? Да, жить бы еще до конца хода-то. М? Контейнер получили? Что он там сейчас будет мутить? У нас с тобой, в принципе, есть уменьшение энергии ему. Да, плюс серфинг. Что там превращает случайное на один больше? Опа! Ну, это тебе повезло, парень. Это тебе крупно сейчас повезло. Так, и рикошет случайного зомби. Только не надо вот этого йети убирать мне. А, ну этого ладно, этого еще можно. Поехали, этого все равно уничтожим. А нас уничтожат. Бедный, бедный йети. Твои завтраки были питательными, как всегда. Смотрим. Он достал со своей командой, с этой. Давай вот так вот сделаем. Минус 2 энергии. Окей. И вот так вот сделаем. Сюда подтянем кого-нибудь и, соответственно, уничтожим. Если он, конечно, сюда сам не поставит кого-нибудь. Ну, что-то там загрустил. А? Колпак. Че не радостный такой? Это хорошо придумал, молодец. Давай, давай, второго тоже. Живем, друзья. Блин. Слушай, может, ты успокоишься уже, а? А кого-то тут нам переместить, я не знаю. Да. Так, нам этих нельзя трогать. Ну, давай вот этого. Вот сюда. Чтобы его можно было бы подбить. Так, зомби получает 1 плюс 1. 1 плюс 1. Вот так вот. Плюс мы можем с тобой сразу уничтожить, да? Любое растение. Мне кажется, что он что-то там с грибами мутит. Мне кажется, это нужно именно уничтожать грибочки. Давай уничтожим этот. Так, ну и что, почищаем все здесь. Так. Ну, пока вроде бы неплохо. Опа-на, неплохая карта. Опять он хочет, видишь, выставить грибы, чтобы их прапать потом. Я ведь больше чем уверен, что он именно к этому стремится. Так, нам выпал панк.
А мы ставим с тобой вот сюда амфибию. Ну, смотрим. Че, ничего не стал делать? Очень интересно. Тогда мы сделаем вот таким вот образом. Минус. Так, тут обмен. И 4 в лицо моему. На. Так, этот уходит к нам в руку. Неплохая. Давай, давай, давай. Вызывай, дурила. Так, вызываем опять звездного йети. Что нам там подкинет? Что-то нам эти панкуши тут выпадают. Рок-н-ролльщик. Поехали. У него, конечно, тяжелый выбор. Тут бомбить ему, не перебомбить всех. Если у него, конечно, нет какой-нибудь супер легендарной карты, которая может всех моих зомби уничтожить. Смотри, что делает, а? И ты думаешь, я тебе позволю вот это все, парень? Ха, разогнался. Ну. Так, что у него там? Что там за карта у него выпала, я не знаю, ребят. 3 единицы здоровья у него всего осталось. Опять йети улетает. Вот эта карта вообще имба, я считаю. Ну, посмотрим, что он там будет делать. Опять вызвал свой справик этот. Я, естественно, вызываю йети. Мне сразу добор в руку. Ох, морж, зомби на морже. Слушай, мне кажется, у него вариантов нету. Все, ребят, тут дулся он. Даже хоть ты тут что делай. Улучшай, не улучшай, тебе все равно здесь не выиграть. Все, давай, йети, добивай его. Ой, не знаю, ребят, что вам сказать, но за зомби все равно как-то попроще играть. Потому что у меня есть карты хорошие для них, понимаешь? А вот на растения, к сожалению, нету. И это как бы большущий-большущий минус. Если бы у меня была бы там кукуруза, еще что-нибудь, то мы бы проходили с вами за растения довольно легко. Я бы этого мозг-атаку порвал бы. Ну, а ты видел, я бы тебе показывал, какие карты. Кстати, у меня 445 гемов, может быть, нам с тобой купить наборчики? Усилитель 10x. Капитан Огонек. Гарантия нового героя. Или нам накопить на мозг-атаку? Ой, мозг-атаку, заморозка. Тут зеленая тень, набор. А вот, кстати, заразительная сальса у меня вообще не раскачанный. Геройские задания. Что там все для заразительной сальсы? Вероятность получения редкая гарантия. Так, крайне редкая 30%, легендарная 10%. Да. Нет, наверное, мы покопим еще, да? Праздничный пакет. А, ну это за 500 самоцветов в мегапакете. И это все за 379 рублей. 500 самоцветов. Давай посмотрим, сколько самоцветов здесь стоит в магазине. 500. 227. Ну, 550, правда. 227, да? А тут... Блин, я уже потерял, где это у нас. Да ё-моё, не здесь. Чё-то я куда-то... Ага, вот здесь вот. А тут 379. Ну, я не знаю, ребята, правда тут... Что у нас идет? 3 набора, в том числе 1 взрывной кекс. Это бонус мегапакета, гарантия 500 самоцветов. Вероятность получения набора. Редкая гарантия. Крайне редкая 30% и легендарная 10%. Это 1 пакет всего лишь. Не, ребят, что-то как-то дорого. А вот, кстати, капитан Огонек, ты видишь? Эта шишка где находится, вот она. Ладно, друзья мои, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!